Я думаю, я последний человек, который может рассуждать на эту тему. Шон Арчер! Арчер! Ты Шон Арчер! Шон Арчер! Арчер! Когда это все закончится, я хочу, чтобы вы зажгли это лицо и еще... У меня еще банк, тебе путь. Останется только обналичить чек. Думаешь, Энджела расстроится, получив хоть раз в жизни несколько дорогих подарков? Разве она этого не заслужила? С тех пор, как был ребенком, я об этом не думал. Пока не увидел этих убитых. Ты хочешь сказать, что видел привидение? Нет, сержант. Но я больше не оцепенею. Потому что приятель вымазал тебе лоб пеплом? Верно. Потому что приятель вымазал мне лоб пеплом. Он в туалете рядом с сувенирами. Сувенирами! Нет, но мой доктор мозгоправ. Это он мне их дал. Это образцы. Черт, забыл название. Префекс. Простите, сэр, без рецепта я не могу вам помочь. Хорошо, но у меня осталась упаковка. Сэр? Значит, я могу ими пользоваться. Мне нужно 4 или 5 штук до конца выходных. Позвольте. Спасибо. Я прошу прощения. Я послал бы вас в ад. Но вы и так живете в нем. Мои тебя. Ты меня поймала, я упал. Я знаю, ты вернешься. Я спрашивал умирающих, что им больше всего нравилось в жизни, и записывал их ответы. Так вот сейчас я самый счастливый на свете. В сущности, ты только родился, и у нас с тобой впереди целая жизнь. Твоя. По изображению мы знаем, что газ хранится в тюремном морге. Это вот здесь. А вы когда-нибудь видели эти цилиндры с газом? Нет, сэр. Но я их изучал. Я проинструктирую вас, как следует обезвреживать эти снаряды. У меня тут есть куча всяких вспомогательных материалов, так что давайте приступим. Это совсем не обязательно. Нет, обязательно и очень даже.